используется очень давно, практически с незапамятных времен. Никто не знает даже, когда впервые началась использоваться собака. У нее очень хороший нюх, она ищет взрывчатку, ищет наркотики. Да буквально все, собаку можно научить очень многому, и поиск это основное, что используется в нашей полиции. Работа кинолога интересная, но при этом, конечно, есть свои нюансы, есть свои трудности. Я к вам приехал со своей собакой, кличка у нее Чара. Это собака по взрывчатке. Она занимается тем, что она ищет взрывчатку. Мы работаем в паре со взрывотехниками. Взрывотехников вы сможете увидеть вот там, они вам про свою работу расскажут. Но она помогает взрывотехникам найти эту взрывчатку. А вот разминирование – это уже дальше дело взрывотехника. Я вам сейчас покажу поиск взрывчатки. На данный момент взрывчатки нет, есть имитатор запаха, он заложен на вот этом автомобиле. И потом еще будут ящики тоже с закладкой. Вы сами расставите ящики как захотите, а собака их найдет. Ну и покажу там несложные какие-то команды, курс ОКД, общий курс дрессировки. На данный момент я знаю, что на этом автомобиле вот он заминирован. На нем есть где-то взрывчатка. Мне нужно найти с помощью собаки. Собака должна мне показать, где находится на машине эта взрывчатка.